Добрый день, друзья! Такое небольшое видео-путеводитель, где можно оставлять комментарии. Интересуются, где их можно почитать. Ну, кому-то интересно читать, кому-то интересно оставлять. Я сейчас еще раз попытаюсь показать, где это можно их оставлять. Будут такие внизу фотографии, я делала скрины. Но единственное могу сказать сразу, если вы смотрите YouTube на компьютере стационарном или в мобильных устройствах современных, вы сможете и оставлять, и читать. Если у вас вся остальная техника, которую не перечислила я, вы, к сожалению, не можете, потому что эта функция у YouTube доступна для современных мобильных устройств и для стационарных компьютеров. Ну, как-то так. Почему комментарии отключены? Потому что это правила YouTube, они действуют с 2019 года, с декабря месяца, с целью безопасности блогеров, их семей, и ну, чтобы не было там очень много как бы моментов дискриминации, там расизма, ну, разных сексуальных странностей, вот, которые на сегодня распространяются в комментариях, в том числе и на детей. У меня есть дети, семья, видео, поэтому нельзя. Поэтому YouTube это блокирует, комментарии отключены. Но я есть в Инстаграме. Можете заходить туда, писать. Показываю. Значит, я захожу на свой канал. Вот здесь видите, главное видео, плейлисты, сообщество написано. Сюда вы нажимаете и попадаете в сообщество, где будут комментарии. Сейчас я покажу. У меня в данном случае, то, что я вам говорила, именно на планшете я не могу читать и оставлять, потому что это не компьютер и не мобильное устройство. Поэтому здесь я прочитать не могу, то есть с телефона вы сможете. Еще такой момент, который я не могу сделать на планшете или ноутбуках. Вот здесь вот на аватарочке можно просматривать сюжеты. Минимально там до 30 секунд я иногда публикую небольшие. Вот вы нажимаете именно на эту аватарочку, она будет в красном цвете светиться. И попадаете, смотрите мини-сюжетики. Это тоже можно делать только с мобильных устройств или со стационарных компьютеров. Ну, надеюсь, что объяснила.